34 серия. Мурманск. Старт в город Магадан. Как видите, я поменял видеорегистратор. Вместо Trend Vision поставил DataCam. Поставил DataCam по двум причинам. Первое. В DataCam можно поставить две карты памяти по 128 гигабайт, и они позволят весь световой день, даже больше, вести непрерывную съемку. Может быть, здесь за стоянки глушат. И вторая причина, это то, что на DataCam можно установить в настройках автоматическую экспозицию. Решил. Дождался, пока видеорегистратор установит связь со спутниками, и стартовал. Нормально. Так, временами будет пропадать аудио основной дорожки. Это связано с тем, что настройка DataCam была такая, что подсказки многократно повторялись. Нормально. Это раздражает. Поэтому эти пропуски я буду заполнять, ну, наверное, музыкальными такими вставками небольшими. Но моя... Попробую настроить опять навигатор. Ни хрена не ловит интернет. Это вообще как-то... Ребята, так нельзя. Поиск. К сожалению, съемка на DataCam будет... Только один день. Так, давай попробую настроить. Потому что проехав навигатор, ни хрена глушилка стояла. У кого-то не ловит интернет. Ну это вообще как-то. Ребята, так нельзя. Потому что проехав поиск часа, наверное, два, я вдруг увидел, что поехали. Индикатор маршрут построен. Связи со спутниками вдруг начал это точно мигать. Там, наверное, глушилка стояла. Это у кого-то. Мурманск. Второй день хмурое. Утро.
нравится мне, блин, этот Роснефть. Поверните направо. Прямо полтора километра. Вид, конечно. Нигде не поедем. Вид потрясающий на город. Слушай, подруга, мне нахрен не нужен Лукойл. Я Роснефть сказал. Поверните налево. Так, Мурманск. Нет, конечно, навигатор хороший, но духаться с ним, конечно. Через 200 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Ё-моё, подруга, куда ты меня везёшь, блин? Поверните направо, во двор, а затем поверните налево.
И куда ты меня привезла, блин? Во двор, блин. Ну и где? Вы приехали. Спасибо, блин. Какими-то переулками, закоулками. Где-то мне встать и настроить навигатор. А дядька занимается северной ходьбой. Так, поиск. Медвежьегорск. Показываю варианты. Поехали. Без вариантов. Маршрут построен. 778. Через 500 метров на светофоре поверните направо. Ладно. Повернул направо. Где-то здесь на обводной была стоянка. Стопан Volkswagen, по-моему. Или... Поверните направо. Салон был, автосалон. Я был давно здесь, правда. И... Там такой вид был на горы потрясающий. Решил немножко поэксплуатировать.
там сразу выезжаешь с парковки, с этой стоянки. И сразу на обводную уходила. Вчера проезжал мимо, наверное, проскочил это. В общем, видели, наверное, вчера, как я надухался с этим, с поиском парковки. Заехал в какой-то двор, хрен знает куда. Ночью было холодно, температура ночью плюс 4, сейчас 6,5 градусов. Поверните направо. Тогда шло строительство по подъездной дороге. Частично была построена. Посмотрите, какая красота. Сейчас выключу нахрен. Сейчас обводной дороге вид классный на Мурманск. Сейчас выберу место, припаркуюсь, посмотрю, как идет запись на видеорегистратор. Не хотелось бы, конечно, терять. Можно сказать и не повторять 32 раза. Так, парковка через 400 метров.
заеду на несколько секунд, проверю, как запись идет. Может быть, город сфотографировал. Еще город фотографировать. Ну, не очень удачный вид. Да, вид не очень удачный. Из окна камеры, я имею в виду, с места стоянки. Маршрут перестроен. Если еще будет какая-нибудь площадка снять на камеру город, я остановлюсь. Вот еще Роснефть, ё-моё. Можно было не заезжать туда. Это я имел в виду, блин. Ну, скажу, что здесь включит яблочко. Так, Мурманск. Дорогой мой,
Ничего тебе, девочка. Интересно, будет смотровая площадка, еще нет. Надо перепрошивать, обновлять базу данных. Настрою немножко видеорегистратор, не нравится мне вот эта хрень. Так, я уменьшил громкость этой дамы, потому что на нервы действует. Впереди камера. Ограничение 30. 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 Впереди камера. Ограничение 30.
начинаются пробки, что ли. Запас хода 760, средний расход с учетом того, что стоял, 11,2. Старта 21 километр, час 39, там не час 39, час отбрасываем, 39 минут, средняя скорость 13. Едем назад. Вчера проезжали в обратную сторону, сегодня возвращаемся назад. Thank you.
панораму не удалось снять городом автоаппарат. Но на видеорегистраторе там получше, конечно, видно. Запас хода 760 километров. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 70. Впереди камера. Ограничение 70. На такую стоянку, чтобы вид был на город, на море. Карелия. Трасса Кола. Ну, вчера проезжали по ней, видели несколько участков, где идут дорожные работы.
Нет, дружище, извини, места нет. Не сердись, не обижайся. Вчера я выбирал место для ночевки. Забил в Яндекс.Навигаторе, а предложила. Но я посмотрел, выбрал одно место, где фотография, видно море. Хороший вид такой, все. И поехал. В результате вы, наверное, тоже смотрели и смеялись. Приехал в какой-то двор. Потом перестроил. На обводную дорогу. Там было два варианта. Ну, первый вариант — стоянка бесплатная. Я посмотрел, сильный ветер. Вот. И часть, поэтому выбрал там стрелковый клуб. На видео это отмечено, видно хорошо. Там спокойно, там ни ветра, ни шума. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что было прохладно. На этой стоянке там туалет, умывальник с подогревом, все тепло. Интернет, я скажу вам, отвратительный. Может быть, там стояла глушилка, где я остановился на ночь. Не знаю, там не то, что 4G, там